Так, нихао, канал Деньки Скарлетт Йоханссон. Сегодня по-быстрому макулатурка. Поехали. Пул уничтожает вселенную Марвел. Опять. События происходят уже на другой земле Марвел, и причины сумасшествия Уэйда Уилсона немножечко другие, но суть все та же. Суть все та же. Получился нынче модный сиквел-ремейк. Ну вот, для полноты коллекции четвертая лимитка есть. Дальше, еще быстрее, еще короче. Дэдпул против Карнажа. На этом наши полномочия все. Все сказано в названии. Еще пара лимиток. Ночь живого Дэдпула и возвращение живого Дэдпула. Первый болтливый наемник, проснувшись, обнаруживает себя в зомби-апокалипсисе и пытается разобраться, как это произошло, и в конце пытается все это дело исправить. Но, как говорится, хотел как лучше, получилось как всегда. А во втором Дэдпул продолжает выживать в зомби-апокалипсисе и исправить это самое получилось как всегда. Стильный черно-белый комикс, в котором главный герой выделен красками. Такие дела. Вот еще 4 лимитки Дэдпула отправляются на полку. И все.